Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики, да. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики, да. Летчик. Ой, здравствуй, ежик. Здравствуйте. Да чего же чудесные у тебя крылья, как у птицы. Не, как у самолета. А я летчик. Ой. Ой. Привет, ежик! Не, не ежик, я летчик. Летчик? Да, летчик. На самолете. Летчик! Ой, ежик! Не ежик, я летчик! Ой, вот это да! Ёжик прилетел! Я не прилетел, я упал опять. Бедный летчик. Да, на бумажных крыльях в настоящее небо не улетишь. А в бумажное? А в бумажное, может быть, поможем ежику, малыши. Бумага есть, голубая, как небо. Верно, крошек. Бумажное небо и бумажные птички. И облака. И облака. Ух ты! Посмотри, ежик, какая красота! Да. Я летчик, я лечу, я лечу. Какие молодцы наши малыши! И хоть небо у них из бумаги, зато дружба настоящая. Бумага. Малыши, какие у вас красивые цветы! Из чего они сделаны? Из бумаги! Мы споем тебе, дружочек, про бумажный пролисточек. Он бумажный лист простой, но бросать его постой. На бумаге, можно много рисовать. Из бумаги, можно что-то вырезать. Можно сделать из бумаги корабли, снежинки, флаги. Все, что в голову придет, даже целый самолет. Вот! И девчонка, и мальчишка знают, что такое книжка. И такие же листочки, на которых точки, строчки. Эти книжки можно весело листать. Эти книжки для малышки может мама вслух читать. В этих книжках из бумаги реки, горы и овраги. Кот веселый в сапогах, избушка на ногах. Вот такой лист бумажный очень важный. Мостик.
Сегодня Крошик и Пандочка решили поиграть в скалолазов. Доброе утро, малыши! Доброе утро! Привет! Готовы залезть на скалу, как настоящие скалолазы? На старт! Внимание! Марш! Ура! Настоящие смельчаки так высоко забрались. Да, высоко. Да. А что теперь будете делать? Спускаться? Нет, меняться. Меняться горами? Хорошая идея. А как вы переберетесь через эту пропасть? По мостику. Вот мостик. Крошик, иди, иди. Улетел. Мост из бумаги слишком легкий и ненадежный. Давайте попробуем найти что-нибудь другое. Мостик из ложки? Это может сработать. Не сработало. Ложка из металла очень прочная, Крошик. Но для мостика не подходит. По ней не пройти. Крошик, смотри. Кажется, Пандочка что-то нашла. Ого, нашла. Настоящий деревянный мостик. Молодец, Пандочка. А теперь спускаемся на перегонки. Отлично, приготовились? Марш! Как здорово, что вокруг много предметов из разных материалов. Из чего сделано? Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг? Кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка? Хорошо бы это знать. Наши книжки из бумаги, из бумаги листик наш. А из дерева, представьте, стул, кровать и карандаш. Из стекла стакан, бутылка, из металла вилка, нож. Вот их сколько материалов, сразу все не разберешь. Из резины красный мячик, он по полу скок-поскок. Из сапожки, из резины, чтобы кто-то не промок. Наконец, зубная щетка. Самый сложный материал. Называется он пластик. Я и сам о нем не знал. Тот из камня, камень крепкий. Потому из камня дом. Мы о каждом материале, о бумаге, о металле, о стекле и о резине тоже песенку споем. Окошко. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Какой у вас уютный домик! Это я придумала! О, как красиво! Ага! Ой. Какой сильный ветер! Надо от него спрятаться! Ой.
Теперь не дует. Ага, тихо. И не видно ничего. Чтобы было видно, нужно закрыть окошко чем-то прозрачным. Прозрачным? А, знаю! Вот. Клейкая лента? Да, ежик, ты прав. Она прозрачная, но... Ура! Приделаем ее, как кошку! Не дует! И все видно! Ой-ой-ой! Лента не подошла. Найдем другое прозрачное. Ёжик! Не липкое! Что это? Гладкое и прозрачное. Малыши, это стекло. Стекло? Стекло подойдет. Ой, получилось! Мы молодцы! Как хорошо, когда в доме уютно и ветер не дует. Да, малыши? Стекло. Малыши, а вы знаете, из чего сделано окошко? Да, из стекла. Удивительное дело получается, друзья. За окном снежинку видим, а дотронуться нельзя. Между нами и снежинкой помещается стекло. Мы все видим, и к тому же в нашем домике тепло. Вот стакан стоит стеклянный, и бутылка с молоком, и старинная картина прикрывается стеклом. Аквариум при пятке и стекла со всех сторон, и мы видим, как там рыбки проживают за стеклом. Со стеклом, ребята, надо осторожным очень быть. Если быть неосторожным, можно в раз его разбить. Цинь! Так что надо просто помнить, очень хрупкое стекло. Ой, пока мы с вами пели. Цинь! Наше время и стекло. Так что надо просто помнить, очень хрупкое стекло. А пока мы с вами пели, время песни и стекло. Не скучай. День такой длинный. Всем малышам нужно немножко отдохнуть и набраться сил. Так, а где пандочка? Пандочка, ты уже проснулась? Ага, я выспалась, хочу играть. Тихо, тихо, пандочка. Ты разбудишь остальных. Пусть еще поспят, хорошо? Сможешь немного поиграть одна? Одна? Черт, все игрушки мои! Кажется, прятки не та игра, чтобы играть одному.
прятки не поиграть, на качелях не покачаться. Не покачаться! Зато можно покататься на... На самокате! Правильно, пандочка. Нужна только одна ракетка. Юппа! Ага, вот так! Вот так! Интересно, а еще в какие игры можно играть одному? Очень красивая картинка. Ой. А с кем ты играешь? Ни с кем, одна. Одна? Смотри, вот так. И-я! На! И вот так. Опа, опа. Наши малыши никогда не скучают. Ни вместе, ни по одному. Число 1. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать. Будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. Кто пришел к нам, погляди. Это надо же! Один. Крошек, сколько здесь кубиков? Один. Один нос. Один рот. Один хвост. Один. Один бантик. Стул стоит совсем один. Один. Мы на стуле посидим. Посидим. Рядом стол стоит один. Один. Мы на стол во все глаза глядим. На столе стоит один восхитительный цветок. Восхитительный цветок одинок. Если ты совсем один, друг тебе необходим. Если ты совсем один, друг тебе необходим. Ромашка. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Привет. Ой, что это? Это ромашки, малыши. Смотрите, как они любят солнце. Ой. Ой. Кажется, этой ромашке не хватает солнечного света. Ромашка, бедняжка. Поможем? Поможем. Ой, ой. Горшочек слишком тяжелый. Как же малышам перенести ромашку на солнышко? Мы ее покатим на тележке! Отлично придумано, крошек. А это что? Колесо! Видимо, одного колеса недостаточно. Да, нужно два колеса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
колесо. Два. Три. Четыре. У лошадки четыре колеса. И смотрите, как здорово она едет. Так сколько же колес нужно нашей тележке? Четыре! Четыре колеса! Молодцы, малыши! И ромашки помогли, и тележку собрали, и даже научились считать до четырех. До четырех! Число четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать. Будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. Его знают в целом мире. И зовут его четыре. Одна груша. Две груши. Три. Четыре. Открывай глаза пошире. Где же спряталось четыре? А ну-ка, братец, угадай и со мною посчитай. Раз, два, три, четыре. У стола четыре ножки. Раз, два, три, четыре. И четыре лапки у веселой кошки. У машины аж четыре колеса. Чудеса! Чудеса! Секрет. Так. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. А что ты такое интересное лепишь? Это секрет. Секрет? Ничего себе. Мне еще нужно это. Я сейчас. Ну где же оно? Ну где оно? Ну, ой. Здравствуй, пандочка. Привет. А это что? Честно говоря, пока не знаю. Ёжик лепит что-то очень секретное. Это яблоки. Думаешь, яблоки? А не великоваты ли они для яблок? Тогда это раз, два, три. Три арбуза. Да, похоже на арбузы. Или три мячика. Ого! И кто это у тебя получился? Гусеница. Такая большая. Она арбузов наелась. И тебя тоже съест. Не съест. Это не гусеница. Это снеговик. Какой чудесный снеговик, ёжик. А почему он зеленый? Ну, белый пластилин закончился. Да что? Я? Ёжик. Да ты настоящий мастер. Раз, два, три.
Как же здорово лепить из пластилина! Число 3. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать. Будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри. И запомни, это три. Раз, два, три. Раз, два, три. И у меня три. Раз, два, три, три. Ёжик, сколько у тебя книг? Раз, два, три. Три книги. Вот здорово. Давай посмотрим, что там внутри. Три котенка, три слоненка, три веселых поросенка. Даже ежик сев на стол, ровно трижды вдруг чихнул. Раз, два, три. Будь здоров! Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри. И запомни, это три. Считалочка. Здравствуйте, малыши. Привет. Решили сегодня поиграть в кричалки? Не, в догонялки! Я вода! Правильно, Нюшенька! Нам нужна считалка. Малыши, сейчас Нюшенька посчитает, кто будет водить. Раз, два. Раз, раз. Не буду играть! Не хочу! Почему, Нюшенька? Ты забыла считалочку? Нет, просто не хочу! Или ты пока не умеешь считать до пяти? Ну, этому можно научиться. Поможем Нюшеньке, малыши? Учись! Раз, два! Раз, два! Три, четыре! Одна бусинка. Одна бусинка. А, одна. Две. Две бусинки. Нюшенька, один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Кто умеет тут считать? Это я! Это я! Это все мои друзья! Нюша, вода! Раз, два. Какая дружная считалочка у наших малышей. Число 5. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать. Будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять.
Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. И пора его назвать. Познакомься. Это пять. Сколько кубиков? А сколько щенков? Один, два, три, четыре, пять! Пять лучиков у звездочки! Один, два, три, четыре, пять! Ну-ка, девочки, ну-ка, мальчики, посчитаем поскорее пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. И попробуем опять. Раз, два, три, четыре, пять. Весело считать. Пальцы загибать. Ой, хором отпевать. Песенку про пять. Уточка. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Собираешься купаться? Ага, с уточкой. Ой, ежик, извини. Да, а хочешь другую уточку? Другую? Ага. Вот! Милая уточка получилась. Молодец, крошек. Ой, промокла. И правда. Уточка из полотенца промокает. Для купания она не подходит, крошек. Это не уточка. Зато не промокает. Он тяжелый. А уточка легкая. Резиновая? Резиновая. Да, ежик, камень плавать не умеет. Резиновый. И сапожок не умеет, а уточка умеет. Малыши, раз уточка умеет плавать, может быть, она сама к вам приплывет? Не приплывет. Воды нет. Есть! Вода есть! Плыви, уточка, плыви! Моя уточка! Спасибо, крошек! Пожалуйста! Пойдем купаться? Да, твоя уточка, ежик, настоящий пловец. А кто плавает лучше? Я! Давайте проверим. Давайте! Резина. Мячик резиновый. Во дворе сегодня лужи. Лужи, лужи, нам под луж с тобой гулять. Не будет хуже, ведь у нас из резины сапожки, мы в сапожки. От воды спрячем ножки, мы в сапожки. От воды ноги спрячем и за мячиком резиновым поскачем. Это что, тряпочка? Это воздушный шарик. Это не шарик, шарик большой. О, как это он? Крошек, шарик резиновый, он может растягиваться. А-а-а!
Вот резина наша тянется, тянется. На глазах у нас резина меняется. Мячик, шарик, колесо превращается. Скачет, прыгает, летит и вращается. Ах, резина ты, резина, что-нибудь изобрази нам.